Всем привет! Сейчас буду делать обзор на аналог холодного ножа для срезки лобового стекла под названием эквалайзер ZipKnauf и его российская версия, которая называется репликатор Delit. При помощи этого ножа можно срезать лобовое стекло одним мастером. При помощи одного мастера. При данной срезке буду использовать лезвия разной длины. Ну и сейчас покажу, как это выглядит. Забыл продемонстрировать, что данное стекло на данный момент вклеено, оно оригинальное. В принципе, в один проход получилось прорезать верхний периметр стекла. Сейчас из-под капота я более длинным лезвием попробую срезать нижний слой герметика. Если ножом достать не получится, я покажу, как можно это сделать при помощи струны, либо шнур, который используется в таком инструменте, как спайдер. Thank you.
Да, к сожалению, в углах, в районе петель мне не получилось подобраться ножом. Но, как вы видите, стекло срезано в один проход оптимально подобранным лезвием. Сейчас я прервусь. Забыл я подготовить шнур, которым буду срезать стекло снизу. И вернусь. Готовил я шнур от спайдера и обычные ручки, которые используются для срезки при помощи струны. Если образовалась лишняя длина шнура, ее можно компенсировать, намотав на ручку. Стекло срезано. Конечно, на видео у меня получилось немного больше лишних движений, но смысл, я думаю, понятен. И насколько это легко и просто, я думаю, вы увидели. Снимаю стекло. Хочу тут снять, насколько ровный и красивый срез получается при использовании шнура.
и ножа. Так, немножко как бы терпения. Ребят, решил сделать еще одно включение и все-таки подробно описать преимущества данного ножа перед вот этим вот ножом, который всем, наверное, хорошо известен. У кого-то он валяется в ящике, висит на стенке, пылится. Вот. У кого-то реально получается хорошо его использовать, но заменив лезвие, которое идет в комплекте на фирменное, тогда да, еще как-то этим ножом можно работать. Данный нож имеет монолитную конструкцию, быстросъемную фиксацию лезвия, благодаря которой можно регулировать вылет лезвия и дает возможность подобраться в самые трудные доступные места при срезке бокового стекла. За счет монолитной конструкции корпуса ножа есть возможность четко фиксировать направление реза и дает возможность резать не только на себя, но и от себя. Работая данным ножом, эта работа превращается в какую-то борьбу, потому что независимые друг от друга ручки постоянно норовят сменить направление реза, ломаются стекла. В общем, как бы нужна очень-очень большая практика для начала, для работы с этим ножом. У данного ножа фиксация находится у основания лезвия, что уже очень сильно ограничивает его функционал, так как во многих местах, где маленькие зазоры, просто невозможно им подобраться. Спасибо, кто смотрел мой обзор. Будут вопросы по приобретению данного инструмента, обращайтесь. Всем пока. Ставьте лайки.